Итак, поговорим сегодня о такой вещи, как переадресация. Зачем она вообще нужна? Ну, переадресация нужна в том случае, если вы, допустим, пользуетесь активно Bluetooth гарнитурой, либо часами Amazfit Bip, либо браслетами Band. Вот, то есть, ну, связь идет по Bluetooth. И либо hands-free в автомобиле. Вот. Значит, переадресация нужна в каком плане? В том плане, что, допустим, вы можете выставить переадресацию всех входящих звонков, которые будут переадресовываться на определенный номер, либо на ваш автоответчик, так называемую голосовую почту. Эту функцию предоставляет ваш оператор. Вот. И первое, для чего она нужна? Во-первых, вы можете, не поднимая трубку, записать какие-то данные. То есть вы находитесь где-то на совещании, к примеру, и вам поступил очень важный звонок. Вам должны сообщить, там, куда приедет курьер, к примеру. Вот. То есть спустя там определенное время, которое вы выставите, опять же, идет переадресация звонка на ваш голосовой ящик, к примеру. Вот, где говорят курьеру, который звонит, говорят, что вы в данный момент заняты, но он может оставить свое сообщение. Ну и курьер, соответственно, оставляет свое сообщение, говорит, я буду там-то, там-то, во столько-то, к примеру. Вот, поэтому это как бы очень полезная функция. Как же ее включить? Включить ее очень просто. Для того, чтобы ее включить, необходимо зайти либо в вызова менюшку, нажать настройки и автоответ. Здесь мы включаем автоответ, выбираем всегда переадресация и задать задержку автоответа. Здесь мы выдаем без задержки, то есть это будут сразу все телефоны переводиться на вашу голосовую почту, либо 3 секунды задержка. Либо задержка 10 секунд. 10 секунд задержка, это означает, что 10 секунд вам будет поступать звонок, после чего он уйдет на автоответчик. Либо 3 секунды будет поступать звонок и уйдет на автоответчик, на голосовую почту вашу. Либо же будет поступать 5 секунд. То, что вы выберете. Вот. Если мы это все дело отключим, то далее... Итак, для чего же нам это все нужно было? Для того, чтобы настроить нашу переадресацию, то есть запись голосовых сообщений на вашего оператора, то есть голосовой почтовый ящик. Если же вы хотите сделать это автономно, для того, чтобы все вызова точно так же отбивались, но уже записывались непосредственно на ту запись, на то приветствие, которое вы запишете и сохранились вам на телефон, для этого нужно будет установить сторонние программы, дать им разрешение, скорее всего, придется воспользоваться меню разработчиком. Вот, для того, чтобы попасть в меню разработчиков, вы элементарно можете зайти в настройки. Итак, для того, чтобы попасть в меню разработчиков, ну, надо будет зайти в настройки. В настройках выбрать о телефоне, найти версию MIUI, и нажать на нее несколько тапов сделать, и вам напишут, что вы открылось меню разработчиков. Вот. Дело в том, что у меня уже стоит меню разработчиков, поэтому у меня пишет, что я являюсь разработчиком. Всем, кому было полезно данное видео, можете простудировать эту тему, написать в комментариях, какими приложениями для записи звонков автономными вы пользуетесь. Ну, оцениваем видео, ставим ваши комментарии и лайки. Подписываемся на канал. Всем пока!